Всем привет! Сегодня вот такое вот необычное, не знаю, короткое, длинное видео. Но прежде чем начать запись, я хочу сказать огромнейшее спасибо Софии, огромнейшее спасибо Анне. Это с недавних пор два моих парфюмерных приятеля, подруги, друга. Не знаю, ой, горшочек грязный, извините, прыскал. Вот. А у меня просто слов нету, хотя есть слова благодарности. Но их, наверное, не хватит. Что со светом? Простите. Отлично. Вот. Не могу подобрать слова. В общем, две посылочки от Анны и Софии. Хочу распаковать, показать, что там внутри. И давайте посмотрим вместе с вами. Вот эта вот посыляночка от Софии. Я приблизительно представляю, что там лежит. Ой, у меня прям ручки дрожат. Приятно, да безумие. Знаю, что некоторым такие игрушки не нравятся, а я вот хочу показать, чего и как мне прислали. Так, коробочка, никаких данных конспирологических нету? Нету. София обещала мне положить аромат от Джавой под названием «Какие-то там часы». Я, честно, погуглил, но уже не помню. Но, в общем, аромат про «Как я люблю», «Ладан, ладанище, пепелище». Ох. Ого. 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 Так, все завернуто просто. Не знаю, от чего. Бумагу мы в сторону, аромат, батюшки мой родной, посмотрите, вот только посмотрите на это. Кто с французским дружит, прочитайте. Я вижу, что тут литургия. Ой, извините, извините, неправильно делаю, вот так, да? Слушайте, а у меня не было никогда ароматов от Джавой. Нет слов, у меня нету слов. А по первому занюху из крышечки, да, это вот в направлении к кардиналу от Хилей, но более плотный, более густой. Чем мне не нравился кардинал, тем, что он как-то очень быстро с меня сходил. Короче, София, большое тебе, блин, спасибо. А ну правда. Просто. Давайте я потом, когда буду делать обзор, возможно, я расскажу. Но... Ну вот. Тут еще все это вот так. Это, короче, София, спасибо тебе большое. Я поставлю сюда. Так, что-то тут еще лежит. Боже, София, София, за что? За что мне все это? У меня день рождения еще не скоро, она мне прислала чего-то. Артизан. Ут. О, какой. Я, кстати, не знаю этот аромат. Специи. Что-то, не знаю, Дюшафур делал, нет? Просто его потиком попахивает немножко. Ну, в общем, я разношу, все правда. Чего еще? Боже, София! Боже мой! Боже мой! Я хотел этот аромат. Я Софии об этом не говорил. Она мне его положила. Вот это вот количество, не знаю, на год, наверное. Так, мне страшно. Что? Что? Марах. Прин парфам. Она мне говорила про... Ух ты, боже мой. Это, короче, тоже вот ладан. Прям как я люблю. Спасибо. Спасибо. Чего еще здесь у нас в кулечке? А я без 90 с... Дюшафур, его пот. Этот аромат я знаю, я его хотел.
И вот у меня просто счастье. Да, это ладан, это альдегиды, это соль. Ой, короче. Марку знаю, ароматы не знаю. Так, секунду, не пропадайте. Тоже что-то древесное, ладанное. Ну, в общем, не буду сейчас это все... София, спасибо. Спасибо тебе огромное. Так. В стороночку дары. Дары, просто дары. Просто нет слов. Вот. Сейчас я переварю немножечко, простите. И далее посылочка от... Нас, кстати, свела София с Анной. Анна на меня подписана, она меня смотрит. Я ей какие-то безделушки отправила. Она мне вот решила тоже положить от себя коробку. Что в коробке Анны, я вообще не представляю даже. Вообще. Даже понятия не имею. Так. По-варварски. Так. 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 Ну, во-первых, Сикей, да? Анна, ты, наверное, сошла с ума. Потому что это ведро, оно 200 миллилитров, насколько я понимаю. И оно полное. Оно полное. Алло. За что? За что мне все это? Я не знаю. Аромат я не помню. Так, помню. Это один из немногих ароматов, которые я могу переваривать у Calvin Klein. Ну, короче, меня переполняют эмоции, поэтому я не могу сейчас соображать. Так. О май бог, о май бог. Это штучка из магазина L'Etoile. Мне нравится этот аромат, но я его сам купить себе, ну, как-то, не знаю, не камильфо было, не хотел, не то, что, да, снобизм какой-то, но просто мне столько не нужно было. И вот у меня появилось, по-моему, это, который чайный, да, у них какой-то вот есть. Ну, в общем, там несколько ароматов, несколько видов. Так, вот, с этим мы с Анной говорили, да, о том, что... У ГВС есть два аромата, один мужской, один женский. Я бы хотел себе заменить женский, но покупать полное ведро мне не надо. А вот капельки побаловаться это да. Круто. Круто. Так, и это еще не все. Это еще далеко не все. Манчера. Извините, мой мастер по маникюру еще, видимо, не родился. Так, Holidays. Кокосы. Кокосами погоняет. Все на такой древесной базе мансеровской. Так. Спасибо. И это еще не все. Короче, у меня есть друг в Украине, и он прям полюбил этот аромат. Я его тоже знал, я ему тоже говорил, что это аромат офигенский. В общем, это Рената от Faberlic. Это, короче, влажная зелень. Не могу сказать, что она похожа на мюглеровскую ауру, но круто. Вот. И это еще не все. Я вижу, что здесь такое.
Смотрите, какая красота. Фенди. Это Фенди, это безумно женственный какой-то, я, к сожалению, не помню, как он называется, но я знаю, что он существует. Ну, короче. Вы понимаете, да, что не важно содержимое, а в этом случае флакон и внимание. Вот. У меня нет слов. У вас есть? Я рыщу в остатках, в шуршалках. Все, больше ничего нет, и хорошо, потому что мне безумно неудобно, мне безумно приятно. И короче. Спасибо вам огромное, правда. Все, у меня просто нет слов. Все, всем спасибо, пока-пока.